Утро успешного человека начинается с чашки кофе и свежей прессы, и это уже факт. К слову, более 70% россиян предпочитают читать газеты только в печатном виде. Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в начале этого года. Так что мнение, что газеты вымирают, весьма субъективно. Но чего стоит журналистам и редакторам создать печатную газету? Каждый номер газеты рождается на редакционных летучках. Здесь обсуждают темы, события, спорят до хрипоты. Якутия собирается каждый день. С 9:30 журналисты обсуждают топовые новости. То, о чем будет говорить вся республика. Редактор в море информации выбирает наиболее ценные темы и дает задания. После этого наступает работа журналистов. Найти героев, экспертов, разработать тему и напечатать текст. Всего над номером трудится 25 человек. Таков штат Якутии. Газета выходит 3 раза в неделю. По вторникам – бесплатный номер, четвергам – основной и пятницам. Максимальное количество полос – 40. Такова четверговая толстушка. Каждый журналист обязан разработать тему к сроку – до обеда в день верстки. Иногда на создание материала уходит меньше часа, а иногда трудиться приходится чуть ли не неделю. Все зависит от объемов создаваемого текста, глубины темы и проработанности, а также от госпожи Музы. Муза меня обязана посещать 5 дней в неделю с 9 до 6, согласно трудовому договору. Мы же все живем в неком таком информационном поле, да, и как в любом случае… Благодаря соцсетям, благодаря чему угодно, всегда ясно, какие темы являются самыми острыми, самыми горячими, да? И наша задача, как СМИ, эти темы благополучно как-то докрутить. Дальше текст попадает снова к редактору и корректору. Они смотрят, чтобы не было ошибок и опечаток. Здесь главное не только оперативность информации, но и качество ее подачи. Достаточно активно живет газета «Якутия», если наши читатели наверняка заметили те перемены, которые происходят в наших изданиях последние года два, да? Дело в том, что последние 2 года у нас меняется практически все, начиная как бы от внешнего вида, окончая содержанием, подачей материалов. Мы стараемся меняться, учитывая те изменения, которые происходят в медиасфере вообще в целом. Сразу после этого все материалы отправляются верстальщику. Уже он будет создавать лицо газеты. Над дизайном работают до 3 человек. На весь процесс создания облика газеты уходит 12 часов рабочего времени. Сразу после этого, уже ближе к полуночи, газету в формате PDF отправляют на электронную почту типографии. А уже здесь файл загружают в специальный компьютер и отправляют на машину CTP. В нее вставляют алюминиевые пластины, на которые в ходе химического процесса отпечатываются полосы газет. Вот такой лист содержит в себе 4 полосы. В настоящее время CTP считается самой перспективной технологией изготовления печатных форм. Далее эти пластины загружаются в саму машину для печати газет. Значит, это у нас газетная ролевая машина «Фактор 90». Значит, она у нас состоит из 2 фальц-аппаратов. Ребята, значит, подготавливают их, печатники, и вставляют в машину. Затягивают эту пластину на форме цилиндр. Значит, печатный модуль состоит… Там, значит, 2 опорных цилиндра, 2 печатных цилиндра, 2 комплекта красочный аппарат и увлажняющий аппарат, 2. С каждой стороны по одной. Пластины непосредственно опорный цилиндр устанавливается. По ним прокатывается, значит, увлажнение, краска. Печатающие элементы закрашиваются краской. Передаются это на резину. У нас печать резина к резине.
Это значит, одновременно с двух сторон идет печать. На печать газеты уходит от часу до двух. Все зависит от тиража. Вторничная Якутия занимает 20 метров бумаги. Это более 12 тысяч экземпляров. До 4 утра работникам типографии необходимо не просто напечатать, но и упаковать все газеты по блокам. Далее передать курьерам, которые отвезут их в аэропорт. Уже оттуда газеты разлетится по республике. В Якутске останется 10 тысяч экземпляров. Все остальное – подписка по УЛУСам. В 7:30 приезжает столичный курьер. Именно он развозит газеты по больницам, школам, банкам и другим учреждениям. Так что свежая Якутия поступает в руки своего читателя с первыми лучами солнца и к первой чашке кофе.